Отнеси это немедленно к Гюляге во дворец. Аккуратней. Не касайся страниц тетради. Что это? Подожди. Дай попробовать. Ой, красиво. А мне? Вот, посмотри. Что это вы здесь устроили? Кто вам разрешил здесь находиться? Вон! Шекерага! И зачем ты пожаловался на меня, Сюмбюлю? Ага, честное слово, я тут ни при чем. Разрази меня гром, если я виноват. Ох, разразит, иншалла. Ой, как надеюсь, что разразит. И не вздумает давать мою долю. Или я распорю твое упитанное брюшко прямо посередине. А теперь иди. Иди. Гюляга. Что тебе? Госпожа, я не с пустыми руками. Якуб эфенди прислал это. Кто-нибудь видел? Никто. Я лично забрал от мраморного павильона. Только он предупредил, чтобы никто ее не открывал. Касаться ее должен лишь тот, кому она принадлежит. Понятно. Кому ее отдадите, госпожа? А тебе что? Да я так спросил. Может, надо ее отдать? Я сама отдам. Иди. Ибрагим, теперь у меня на глазах ты станешь чахнуть и умрешь. Госпожа, добро пожаловать. Хатидж же султан в своей комнате? Нет, они в саду. Паша тоже с ней. Ибрагим тоже здесь? Госпожа, с утра было нехорошо. Ее тошнило. Временами боли начинались. Как она сейчас? Лучше. Паша не хотел оставлять ее сегодня одну. Ясно. Нилюфер, отнеси это на террасу. Что это? Шекерага прислал любимых сладостей Хатидже султан. Ибрагим, мне лучше. Ты можешь ехать. Сегодня никакая сила не сможет меня с тобой разлучить. Госпожа, Хюрем султан приехала. Проси. Госпожа, Паша. Госпожа, я только что узнала, что с вами. Я со вчерашнего вечера неважно себя чувствую. Переживаю, как бы чего ни случилось с малышом. Госпожа, вы же слышали, что сказала лекарь. Ничего страшного. Вам только требуется отдых. На таком сроке вы должны быть осторожны. Проходи, Хюрем.
дети? Они молодцы. Мехримах очень хотела приехать. Надо было взять ее с собой. Я не хотела, чтобы она вас утомила. Она такая непоседа. Паша, а вы как поживаете? Не жалуюсь. А вы? Надеюсь, вы в добром здравии? Я делаю все, что в моих силах, чтобы обрести покой. Хюрем, Валида не должна знать о моем самочувствии. Она будет волноваться. Госпожа. Все хорошо? Ребенок, это ребенок. Приведите лекаря. Дышите, дышите. Госпожа. Дышите глубже. Госпожа, я рядом. Дышите. Госпожа, не бойтесь. Пошлите Нигер, пусть сообщит во дворец. Не бойтесь, не бойтесь, я здесь, я здесь, я рядом, я рядом, я с вами.